Ярославль, Локомотив, Акбарс. Но я думаю, что Акбарс выиграет. До последнего времени играл у нас Локомотив, Акбарс. Просто сейчас очень такая команда, самая, наверное, поначалу самая такая серьезная, да. И скорость держат, и играют здорово, и может матчи гасить, да, там, выигрышные. Умеют играть, и, ну что, Локомотив пока на перепутье. Ну, команда посильнее, по именам и по всему, так что Локомотив будет тяжело, я думаю, в самое время. Но небольшой счет тоже будет